В день космонавтики открыли 11-ю IT-конференцию «Стачка». Специалисты лучших компаний собрались на площадках Ульяновского педагогического университета. Более 300 спикеров от крупных российских предприятий выступили с докладами по 6 направлениям. Это разработка, управление, дизайн и контент, IT в индустрии, стартапы, диджитал-маркетинг. Торжественное открытие «Стачки» посетил губернатор Ульяновской области. С 2012 года конференция помогает нам формировать единую образовательную среду информационных технологий, объединять сотни спикеров, тысячи участников. Первые делятся своим богатым опытом и наработками, вторые стремятся развивать навыки и устанавливать новые профессиональные связи. В сумме такое представительство позволяет Ульяновской области из года в год подтверждать свой передовой статус, вносить неоценимый вклад в развитие межрегионального и международного сотрудничества. В свой профессиональный праздник на конференцию приехал космонавт, командир экипажа «Союз-ТМ-30» Сергей Залетин. В секции «Наука и технологии» Сергей выступил с докладом «Почему затопили мир и куда движется космонавтика». Космонавтика современная, понятно, построена на IT-технологиях. Это то, чего не хватает нашей стране на сегодняшний день. Это то, куда мы должны прикладывать максимальные усилия. Хочешь быть сильным – занимайся IT-технологиями. Хочешь быть красивым – занимайся IT-технологиями. В Ульяновской области IT-компании стремительно развиваются, в том числе за счет государственной поддержки. Еще с 2016 года мы начали поддерживать компании и определили их на упрощенную систему налогообложения. Те, кто сотрудничает с государством, те, кто аккредитовались, получают такую возможность платить всего лишь 1% налогов. Если в 2016 году они платили налогов примерно там 300-400 миллионов, то за счет той поддержки, которую мы им сейчас предлагаем, за 2023 год они перечислили в областной бюджет 1 миллиард 824 миллиона налогов. Также для специалистов отрасли действуют льготные кредиты, в том числе и губернаторская ипотека. Напомним, на данный момент в Ульяновской области работает 1426 IT-компаний. Виктория Черкова, Геннадий Бухтаяров. Управда ТВ.